14 мая для мусульман Пушкинского района стало знаменательным днем. На протяжении 7 лет каждый год проходит чемпионат по мини-футболу среди мусульманских общин Московской области. И в этот раз данное мероприятие прошло в Пушкино. Для нас это большая честь провести такое грандиозное мероприятие на нашей родной Пушкинской земле. Это прекрасно. 15 команд из разных городов Московской области приехали соревноваться друг с другом. Исламский колледж в этом деле новичок, играет только второй год. Команда к соревнованиям подходит серьезно, старается тренироваться каждый день. Профессионалов среди них нет, однако это не мешает им бороться за победу. Здесь игроки очень хорошие, сильные. Я не ожидал, что здесь такое. С каждым годом уже второй год здесь. До этого в Ногинске проходило. Они в том году не так уж сильная была команда, в этом году они еще более сильные. Я очень как бы за это рад. Здесь тоже ребята, спасибо за то, что такие вообще эти конкурсы проводят. Проводить чемпионат по мини-футболу среди мусульманских общин Московской области в разных городах и именно в мае является закрепившейся традицией. Данное мероприятие также приурочено еще и ко Дню Победы. Проигравших здесь нет, потому что все вы ведете правильный, здоровый образ жизни, а к этому призывает наша религия ислам. Как говорит и духовная, и известная народная мудрость, о здоровом теле, здоровом духе. Это полностью соответствует посылу ислама. Поздравить Пушкинскую религиозную организацию мусульман приехал и глава района. В своей речи он также отметил помощь, которую оказала община городу этой весной. Мусульманская община Пушкинского района традиционно принимает активное участие как в жизни города, так и в жизни всего района. В апреле месяце, вы знаете, мусульмане у нас несколько раз выходили на субботники, своим трудом убирали город, убирали скверы, своим трудом вносили вклад в развитие. В 2016 году в Ногинске команда от Пушкинской общины мусульман заняла 3-е место. Для них это была первая победа за все 7 лет. Сами соревнования проходят в один день поэтапно. Всех делят на 4 группы, где в каждой из них играют по 4 команды. Евгения Коломиец, Владимир Парфенов, Александр Девкин, телеканал «Твой».